Территория музея-заповедника Горки Ленинские в шестой раз стала гостеприимной площадкой для проведения молодежной военно-патриотической игры «Юнармия вперед». В ней приняли участие 108 команд из Московской, Брянской и Калужской областей. Также впервые в игре участвовали ребята из Республики Беларусь. Соревнования были посвящены 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ребят поприветствовали почетные гости. Есть главное, то, что вы приобретете сегодня, это умение работать в одном коллективе, в одной команде, еще раз почувствовать плечо товарища, который на протяжении всей нашей истории Великой Матушки России всегда вел нас только к победе. Наш округ был представлен отрядом из Бутовской школы номер 2. Движение «Юнармия» существует в образовательном учреждении с 2017 года. В настоящий момент команда насчитывает около 30 ребят. Привлекаем постоянно новых ребят. Ребята раз в месяц точно выезжают на какие-то соревнования разного уровня. Им это интересно. Все юнармейцы настроены очень серьезно и ответственно. Вероника Сизых учится в 9 классе, а в будущем мечтает стать летчиком-испытателем. Была в кадетском корпусе. Сейчас я нахожусь в юнармии, бывший командир отряда. Я тренирую детей и ОМОН и СОБР. Юнармейцам предстояло показать навыки командной работы. Смотр строя и песни, марш-бросок, сборка-разборка автомата Калашникова. Также необходимо было проявить себя в знании истории во время интеллектуальной викторины. Для меня юнармия – это в первую очередь героизм, это патриотизм к родине, любовь к родине, готовность стать на защиту своей родины, своей семьи, своих близких. По результатам всех этапов военно-патриотической игры «Юнармия вперед» победу одержала команда из городского округа Подольск. Дмитрий Книга, Татьяна Акимова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.